Во-первых, бокс не для драки. Наверное, для уверенности в себе. Наверное, для умения вставать, когда тебя уронили. Вот, у нас есть лозунг «Хочешь драться, дерись в ринге». Вот, этот лозунг как раз определяет волю. Спортсмены – это вежливые люди. Спортсмены – это люди, которые умеют контролировать себя. Профессиональные клубы – это гордость Хабаровского края. Мы продолжим поддержку профессионального спорта, но мы постараемся и привести спорт в каждый дом. Это тоже задача, которую я вижу перед собой.